Семья Куклиных в этом году отмечает свой 20-летний юбилей. Дмитрий и Алина вместе учились в университете. На последнем курсе поняли, что не могут друг без друга жить, и поженились. За эти годы у пары родились 7 детей. В этом году семья удостоилась государственной награды «Родительская слава». Этот орден выдается за большие заслуги в укреплении института брака и воспитании детей. На самом деле мы не представляли, не мечтали на самом деле. Даже не думали, что такое количество детей будет. Просто как-то так все получилось. Но мы просто живем, любим друг друга. Семья Куклиных отметила, как меняется город с каждым годом. Становится ярче, появляется много новых культурных точек притяжения, музеев и интересных выставок. Обновляются туристические маршруты, что больше всего радует пару. Вместе с детьми они очень любят путешествовать. О своей жизни и интересах рассказали еще несколько многодетных семей, которые приехали со всей Самарской области, чтобы пообщаться с губернатором Дмитрием Азаровым. Всем семьям Самарской области в первую очередь доброго здоровья, благополучия, мирного неба над головой. А все остальное, я уверен, общими усилиями мы решим. Любую проблему, с которой сталкивается та или иная семья, наш регион в целом, нам точно будет по плечу, если мы вместе возьмемся за ее решение. Среди предложений, которые высказали люди, возведение спортивного стадиона в селе, помощь в приобретении вместительного автомобиля для большой семьи. Самым актуальным стал вопрос о земельных участках. Люди предложили выдавать многодетным семьям не пустую землю, а с хотя бы маленьким домиком. Потому как многие просто не тянут строительство, и земля так и остается годами незастроенной. Дмитрий Азаров поручил взять все инициативы на карандаш и оценить, что можно сделать. Уже 18 мая в своем послании губернатор планирует озвучить первые итоги. Мария Ильевна, Григорий Плешаков. События.